А сейчас выступит ученик 5 А-класса Юра Хлебородов. Ходят тут всякие, а потом вещи пропадают. Тебя тоже одиноко, понимаю. А, Сократик. Почему тебя прозвали Сократиком? 3 года назад, когда отец погиб, я перестал разговаривать. Так, как отец учил? Газ, тормоз, сцепление. Если наше звено выйдет на первое место, то на октябрьские праздники мы поедем на экскурсию в Ленинград. Ну, познакомься. Меня зовут Геннадий Павлович. В таком случае я буду вынужден поставить тебе 2. Размазня, всех подвел. Я только все порчу, без меня будет лучше. Хватит строить из себя дурачка. Скоро вы все узнаете, что я не такой уж пропащий человек. Говорит, мол, в стене, в его бывшей квартире, большое богатство. А ты про клад никому не говорил? Мы сделаем все как надо, и первое место будет нашим. Собака – друг человека. Настоящий клад – твоя семья, свой дом. Ты встретишь в жизни еще очень много людей, но не все они будут тебя любить. Жить сердцем, сынок. Оно подскажет. И пусть поскорее наступит такой день, когда мы будем счастливы.